Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. Сейчас узнаете, что произойдет здесь и сейчас. Девочки, ну, самое первое, что произойдет. Какое-то новое направление. Может быть, как в личной жизни, так в работе, в карьере, в бизнесе, в финансах, либо какая-то поездка. Прям вот в ближайшее время. Вот. Дальше по пятерочке мечей. Какая-то борьба. То есть будете прилагать усилия. Возможно, отставить какие-то свои интересы, позиции. Встреча. Вот смотрите, да, я вижу какую-то дорожку, встречу с вашими старыми знакомыми, или какие-то ситуации всплывут из прошлого, ностальгия, какие-то воспоминания, но приятные встречи с какими-то старыми знакомыми. Вот. Ну и здесь, смотрите, с одной стороны отстаивание позиции, с другой стороны страхи. И связано все это, девочки, с мужчиной. Мужчина, у которого рыжие или белокурые волосы, светлокарие или серые глаза. Активный, целеустремленный, жизни радостный. А вот вы, с одной стороны, я так понимаю, хотите его видеть, а с другой стороны, какие-то у вас страхи, потому что мужчина, скорее всего, из прошлого. И с ним связаны, насколько я понимаю, какие-то болезненные воспоминания. С одной стороны, вы будете очень рады его видеть, а с другой стороны, страхи, страхи почему-то активизируются. А вот еще одного мужчину вижу, девочки, в вашей жизни. А вот. Но это, скорее всего, будет еще новое какое-то знакомство. Очень чувственный мужчина. Вот, то есть мужчины я в любом случае вижу двое. Один какой-то вот из прошлого появится, который вызовет у вас такие разные абсолютно, противоположные даже эмоции. Ну и второй мужчина тут с чувствами, не могу сказать пока с какими намерениями. Мужчина, кстати, тоже вам знаком. Но отношений у вас с ним не было. И здесь, возможно, да, начало отношений с новым мужчиной.